Друзья, всем привет! Мы наконец-то выбрались в лес после долгой паузы. Наши грибы нас дождались, и сегодняшний сбор мы начинаем с осенних опят, медовых опят. В лесу очень много конкурентов сегодня, крики просто отовсюду, машину ставить тоже негде. Приехали еще затемно и, естественно, ждали, пока рассветет, потому что такие грибы, как опята, их вообще не видно, пока в лесу не рассветет. И вот они, посмотрите, как они прячутся. Вот эта вот прелесть растет как в корнях, так и на земле, в перегное. И они, посмотрите, они сейчас только начинаются. Настоящие медовые осенние опят. Кто-то называет их зимними у нас на Кубани, но зимними у нас мы считаем фламулину. А это именно настоящий осенний опенок, медовый. Как они пахнут, это божественно. И их много, действительно много, потому что не нужно бежать, куда-то спешить по лесу. Нужно просто сконцентрироваться, найти одну семейку и осматриваться вокруг, потому что они все рядом друг с другом. Вот, посмотрите, какие они маленькие, гвоздики. И вот так вот просто повсюду. Наконец-то мы вырвались, наконец-то сегодня накосим. Пойдемте гулять с нами и собирать опята. Первые медовые опята, смотрите, какие гвоздики, вот они, медовые, красавчики, супер, у нас уже у всех понемногу, девчонок даже побольше, у меня только в корзиночке заполняется донышко, вот такие вот опятки попадаются, и стар, и млад, наконец-то мы их нашли. Наши медовые красавчики. Ой, вот такие вот кучки очень трудно заметить в земле. Они прям так хорошо прячутся, сливаются с этой природой. Смотрите, о, слизнячок завтракает. И вот так вот на рассвете приятно очень находить такие волшебные кучки в темном лесу. Собираем. Смотрим внимательно и собираем. Девочки собирают уже. Смотрите, у Нади какое ведро полное, у Вики уже корзинка полная. И они только тут начинаются. Посмотрите, какие они хорошенькие. Вот кучечка, вот какие красивые. Но это еще не все. Вот, их прям не видно, они настолько мелкие, настолько вот эти гвоздики прячутся сейчас в листве. Прям очень крошечные. Вот одна кучка, вот вторая мы видим. Вот Виктория нашла, смотрите, тоже красивая. А вот корзинка Виктории. Смотрите, какие они классные. Покажи. Ой, ну вот смотрите, как можно в такой не влюбиться. И это еще не все. Я 100% уверена, что мы просто большинство не видим. Какая красота, обалдеть. Мне кажется, мы много еще притоптали, пока ногами шли. Ну, понятно, потому что там тоже такие были. Вообще прям земля-землей черные. Угу. Но выколупала оттуда. Очень красиво. Самые вкусные. Это вам не социальный опенок. Да, медовые. Толстоногие хорошие. Толстоногие очень сочные. Нам повезло. Такие хорошенькие. Черноголовики. А здесь обратите внимание, какое соседство грибов. Грибочек звездовик. Вот второй. А здесь под корягой, обратите внимание, что же я нашла. А это веселка обыкновенная. Вот она, красавица. Тоже забираем с собой. Как вы помните из моих видео, гриб лечебный, лекарственный, природный иммуностимулятор. Прелесть. Прячется, очень прячется в травке. Прям и не видать. Пока не наступишь, мимо не пройдешь. Вот они все. Со слизнями вместе. Вика, он уже в корзину не вмещается, собирает пакет. Толстоногие, классные такие. Корзинка Викина. Ой, у меня немножко. Крокусы. Красота. И еще одна
небольшая кучечка. Какие приятные вот эти вот гвоздики. Как их сложно искать. Идешь, они сливаются просто, эти точки с листьями, с природой. Их очень сложно искать. Но это такой азарт, когда ты их находишь. Особенно, когда они вот такие вот молоденькие. А это не передать вам просто словами. И здесь рядом еще одна кучка. И вот еще одна. В корешках, в корнях дерева. Все только начинается. В этом году они очень рано у нас пошли. В том году они были позже намного. Но в том году и похолоднее было, в этом году очень тепло. И грибочки все равно нас радуют, потому что ночи нынче холодные стали, перепад большой. Дневной и ночной температуры разница большая идет. И грибочки повылазили. А как вам вот такое вокруг этого дерева и с той стороны? Такие вот молоденькие черноголовики. Ой, вообще. И Вика рядышком тоже нашла. Только можно крутиться на одном месте и искать, искать, искать. Потому что вот все на одном месте. Мы далеко еще пока не уходили. Буквально от машины отошли 500 метров. Ой, класс, молодец. И у меня получается вот с этой стороны. Вот. И здесь прелесть черноголовая. Вика там косит уже. Пакеты у нее заканчиваются. Вот что значит опята. Опят, если нашел, крутись, смотри. Их всегда много. Класс. А людей в лесу полно. Везде. Крики, гулы, шум машин. Ну, как и везде. Ну, в моей корзинке потихоньку, половина еще нет. У девчат уже полные. Пожалуйста, все прошли, не заметили. Меня стоят, ждут товарищи. Кустик свежий прям. Из земли только лезет. А слизней полно, слушайте. Кошмар. Так, слизни. Ну, у вас тут предостаточно еды. Оставайтесь вы, дружочки, в лесу. А это мы с собой забираем. Ничего не теряем. И смотрим в этот момент, когда срезаем. Смотрим глазками рядышком, ищем следующую кучечку. Ну а это находки Нади. Говорит, тут 6 кустов. Ой, ведро козырное какое, посмотрите. Ой, ну вот это вот вообще мечта. Я не могу. Прям вот с этих кучек, какие же они красивые. Малыши. Ой. Вот, получается, это одна, да? О, класс, охапочка. Так, идем дальше. Тут, вот, вот, вижу под деревом. О, вот кустик, вот. Натя, где еще? А дальше, смотри, туда вот. Вон там. Вот тут в зарослях, конечно, не продерешься. Так. Идем, да. О, Надь, ты тут видела, вот? Надь. А вот, вот тут видела, вот, смотри. Вот она, вторая, да, и Вика, смотри. Да, да, да. Вот черноголовики. Смотри. Вау. А тут немножко уже прям подраспушились кучечка. Ой, все, ребята. Закачаешься. О, еще бабка. Ну давай, срывай-то. Не, ну что, люди не поверят, листва-то желтая, видно же. А вот старенький обабок. Вот старый, ну тащи новый. Ой, ну это такой поезженный, а вот этот, посмотри. А оттуда вода идти просто есть. Это покушанный весь. Ну рассказывай, пока собирай. Рассказывай, говорит. Ну обабок, будешь брать обабки? Твои обабки, ты ну, забирай. Пойдем. Сейчас второй вам покажу. Так, пойдемте, вместе с ним сейчас поглядим. Где ты его там видела? Я его вроде видела. А, вот он. Вот ну, ты какая, Нань. А вот третий видела, Нань? Третий не увидела. Вот. Молоденький. А вот четвертый, смотри. О, ну давай его подталкивай сюда. Я уже не пролезу. Ох. Ну, надо смотреть по качеству. Посмотри. Да, но все равно кучка. На.
Твои любимые бабки. Может, еще прелесть. Насобираем. Угу. Ну, здорово. От опят к благородным идем дальше. Покажи низ. Да. Сыроежка. Сыроежкин пошли. Классные. Вот, вот еще. Ассорти. Да, и тут гриб какой-то он. Все в листве прячутся вот в такой. Вот как ты так найдешь? Только лазить, присматриваться. Вот, пожалуйста, опятки, ребятки, красивые. Прям как под березочек такой темненький. Ой, чистый. Просыпается лес, видите, после дождиков, сколько долго мы ждали хороших грибов. Наконец-то грибы потихоньку начинаются под конец осени. Наши первые в сосняке. Мы поднялись в сосничок, а здесь, посмотрите, какая красота. Да это же рыжики. Какая прелесть, Надя, вон смотри, вон один. А я рыжики не ем, а я их не люблю, но я их так люблю собирать. Вон зеленый, видишь? Да, 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 это все рыжики. Давайте их собирать в отдельную емкость. Ой, они все такие чистюльки хорошие. Надя, он принесла какой красивый, чистенький. Прямо красота. Рыжики это вкусно очень. Но не для меня. Я что-то не заценила их. Сыроежек полно в сосничке. Какие только не лезут. И розовый, и фиолетовый, какие хочешь. Вон они все красотки. Сегодня сыроежки не берем, грибов и так много. Масленок, красота. Вика еще рыжика нашла. Я уже корзинку бросила. Ага. Один? Да, и сыроежка. Сыроежка вон тоже. Вот такой классненький. Да, он помялся чуть. Забираем маслака. Так, топаем по горкам и собираем грибочки. Сыроежки. Ты собираешь сыроежки? Ну, чуть-чуть соберу, попробуй, если получится. Вот это хорошее. А что мы столько пропустили? Вот еще, Вика, сыроежка, забирай. Смотрите здесь, какие у нас грибочки нам попадаются. Свежие. Ой, какая красота. Хрустит подосик. И тут он не один. Вика говорит, еще нашла подосики, да, Вик? Сегодня прям ассортимент. Начали с опят, продолжили мокрухами, маслятами, рыжиками, подосиками. Ой, какой! Два тут. Три! Вика, видела? Три. Ребята, смотрите, вот это размеры. Закачаешься. Один, второй. Вика, я выкручу? Ой, классный. Я выкручу, ладно? Ой, а этот плохой большой. Вот, и вон там третий. Но он, мне кажется, тоже плохой. И Надя вроде там еще тоже нашла. Пойдем посмотрим. Вот два, видишь? О, два, дай. Да, ну, выкручивайте. Какой-то... Выкручивай. О-о-о-о-о! Надя, выкручивай, мы должны это видеть. Это самый... Обалдеть, давай вот так. О, какой красный, классный. Ну, я думаю, что он... Он не красный, конечно, классный. Но красивый, боже. Ну, Надь, бери второй, мы сейчас тебя будем фотографировать с ним. Слушайте, ну вот это, конечно, класс. Такая грибалочка мне очень нравится. Ну, это, конечно, исключительно. Это вообще. О, да. Из камня мне это самое. Ну и вот эти тоже надо. Спутать. Ну давай сейчас с этими сфоткаем тебя. Такой вот получился у нас первый заход. Вот такой вот замечательный. Машин как в городе, как на проспекте. И подосики. И маслятки какие красивые. Смотри, какой красивый у тебя масленочек попался. Необычный, с колечком. Ой, какая. Ой, обалденный. Мокруха. Прямо ассортимент. Подосики шикарно. Ну что, не прям? Мой ящичек красивый получился. Обрезанный, чистенький. Надин пакет. Викина корзиночка. В общем, сейчас перекусим, пойдем на второй заход. А потом третий и четвертый еще. Второй заход в лес, и нас встречают вот такие вот медовые карандашики. Так, давай, товарищ, дергай сюда. Классные такие, толстоногие.
Обалденные грибочки, обожаю в таком вот виде их собирать. Класс. И они такие сочные. А ты кто такой у нас? Интересно. О, ножка твердая. Ух ты. О, дубовичок. Какая красота. Наверняка, наверное, червивые. Они по большей части червивые. Надо посмотреть ногу. Ну да. Дырочки. Червики. Ну, дубовичок прям на удивление. Здесь редко встретишь. Червивый. Сразу синеет от прикосновения. Оставим здесь. А вот здесь вот прям интересный, что это такое. Рогатик, что ли? Наверное, смотрите, да. Рогатик. Классно. Редко вообще находится такой грибочек. Необычный. Надя пришла и нашла опята. Пришла ко мне смотреть рогатик. Вот, да. Вот они, медовые. Красавчики. Вот, пожалуйста, еще один дубовичок. Они все червивые, но сам факт того, что пошел такой ассортимент грибов, остается фактом. Посмотрите, да, он, конечно же, червивый. Бесполезно что-то из него там вырезать. Полно червей. Кстати, полно людей отдыхающих. Да, пожалуйста, видите? Смотрите, какой куст разросся. Классно, шикарно. Сейчас мы это Вики все в пакетик пригрузим. Итак, дубль 2, второй заход. Посмотрите, какие кабанчики. Размерчики. Размеры опять. Вы такое видели когда-нибудь? Продолжаем сбор. Смотрите, какая прелесть. Ползает по грибочку. Привет! Что ты? Ой, привет! Прячешься. Давай, мы грибочек, вас тут двое, ой, вас тут много. Иди к своему соседу вот сюда вот, а это пойдет с нами. Грибочки мы забираем. Опятки. Здесь мы также их встречаем как на земле, так и на стволах. Также можно встретить их в дуплах старых деревьев. Размеры, в принципе, нормальные. Немножко они, конечно, пожеванные слизнячком, но набрать можно. Здесь вот такими вот небольшими группами. Такого вот размерчика неплохого. Вот такие вот осенние медовые опята. И это еще не все. Продолжаем искать и набивать наши корзиночки. Здесь, ну, прям совсем переростки уже. Такие лопушки прям где-то подсыхают. В основном все вот такие вот. Ну, набрать можно. Можно, видите, какие прям подсушенные на солнышке. А это, смотрите, никто не нашел, но зато это нашла я. Смотрите. О, какие кустики козырные. Да. Ну, тоже, да, конечно, здесь не гвоздики, но самое то. Посмотри, Надь. Иди смотри. Ложись, давай. Ложись. Фоткаться будем. Класс. Вот, с одного бугорка, видите, как получилось. Хорошо, нормально. Мне нравится. Ты уже прям насобирала много, да? Ой, умница. Да. Ой, видела сзади тебя еще? Видела? Вот еще, классно. И вон еще пятки. Вон там пакеты и корзинка, да, этот ведро. Ведерко уже. Молодец. Вон там низинки еще, вон там вот я вижу отсюда, вон там вот еще кустик. А вон там вот Надя. Пойдемте посмотрим, что у нее там. Это очень красиво. Все.
Как красиво, какой ствол. Ствол, вот это класс. И там чем дальше, тем моложе. Да. Грибочки. Шик. Ну, нам повезло сегодня. Да. Впрочем, как всегда. Класс. И мне повезло еще немного. Ну, я думаю, еще не раз, конечно, повезет, потому что корзинку можно еще наполнять и наполнять. Так как мы выгрузили наш первый заход в ящики. И можно смело вот так вот прям поддергивать наши кустики. Потому что они практически отламываются на основании. А подрезать можно будет дома. В принципе, такой небольшой отход идет. Грибочки все чистые. Червивые, кстати, тоже сегодня попадались. Особенно такие, которые были толстоногими. Я их подрезала, смотрела. Были червивые, так как все-таки днем очень тепло. И червячок успевает его поточить. Ну, а так вполне достойно, считаю, сегодня погуляли. Прям неплохо. Мы еще не завершили до конца свой маршрут, поэтому думаю, что впереди все самое интересное еще. Вика, нести тяжело-то? Ох, но приятная наша, согласись. Да? Да. Ты забрала тот куст, который я тебе говорила? Плохие? Влажные, да, очень быстро портятся грибочки, очень быстро. Какая красота, здесь речечка у нас красивая, горная на перевале. Вика нашла что-то? Что нашла, покажи. Ах, вон они какие красивые малыши, так плохо видно. Сейчас мы подсветим. Вот кустик. Ой, какие замечательные, Вика. О, смотри. Видим, да, хорошенькие опять. Сейчас будем их косить. А вон там у нас река очень красивая, горная. Обмелевшая немножко, но красивая все-таки. Будем искать грибы здесь. Ребята. По качеству хорошие, да? Да. А вот это. О, какие они. О, замечательные. А вот, ребят, и весь наш общий итог за сегодня. Я уже ничего не раскрываю. Вот, все, что есть, это весь наш улов на троих за сегодня. Мы еще немножко заскочили в осиновый лесок. Там по подосиночкам немножко пробежались. Немного, они чистые, хорошенькие. В общем, все, мы домой, все это перерабатывать. Всем пока!